Снимаем. Я тебе дам команду. Медвежонку 10 месяцев, весит 85 килограмм, упитанность хорошая. И очень печальный факт, что медвежонок находится один, без медведицы. Судьба медведицы неизвестна. И перед специалистами стоял вопрос, что делать с медвежонком. Был первый вариант выпустить на естественную среду обитания, это Восточно-Сибирское море, Медвежьи острова. Но специалисты побоялись, что шансов на выживание в естественной среде у медвежонка нет шансов выжить. Поэтому было принято решение изъять из естественной среды, получили разрешение Росприроднадзора. Наши специалисты зоопарка Ортодойду вышли на своих коллег Московский зоопарк, которые приняли решение принять медвежонка на передержку. И специалисты, наши коллеги очень оперативно отработали вопрос транспортной логистики по передаче медвежонка. И вот сейчас, сегодня медвежонок по маршруту Среднеколымск, Якутск, Москва переедет жить в Московский зоопарк.